Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. И сегодня, среда, обновление 9.1, 14 июля, мы открываем великое хранилище с замечательнейшими наградами. Пройдено было 10 ключей на прошлой неделе, 15-х, 16-х, 17-х, поэтому какую-то вещицу из трех, само собой, можно будет взять высокого этим левела. Но, честно сказать, вообще волнуюсь, аж трясет. Потому что если выпадет шапка, плечо, нагрудник, перчатки, запястья, если все это еще в совокупности, то будет крайне печально. Поехали. И где? Пушка, кубик. Джайтис. Так, что брать? Надо симиться. Вообще... Довольно-таки интересный выбор, я скажу честно, потому что полутать пушку на первое КД, либо полутать кубик, это очень сильно. И в этой ситуации, мне кажется, как-то лучше будет даже взять кубик. Сейчас вообще без шуток. В общем-то, надо бы посимиться. Переходим на сайт RaidBots и все рассмотрим. Заходим на сайт RaidBots, открываем вкладку Top Gear и в этот код... Закидываем тот код, который мы извлекли из игры. Выбираем те вещицы, которые нам насували. Что там у нас было-то? Ну, тут нас ничего не интересует. Ножки кликнем по приколу. Окей. Кубик. И обе пушки. Окей, окей. И, само собой, надо руну повешать. Руна, Fallen Crusader. Все, поехали. Find, Top Gear. Итак, сим завершен, откручиваем вниз. Ну, окей, да, пушку будет писать, что, конечно, лучше брать, потому что у пушки прирост больше по дэмэджу на текущий момент. Но, знаете, вытащить кубик, это намного реже происходит. Поэтому в данной ситуации нужно брать кубик. Пушку можно полутать из рейда, из данжей, и в будущем она еще будет попадаться... Тут однозначно кубик — это крайне редкий предмет, самый лучший предмет, и действительно нужно брать его, хоть и на текущий момент он даст не такую сильную прибавку в дэмэдже, как, например, пушка. И будем честны, пушка-то не особо с хорошими статами, а с верса, то есть даже без искусности. Насчет relative дэмэджа, кубик даст 1,6, а weapon 4%. Да, тут кубик, само собой, это крайне редкий предмет. Получается, не зря было пройдено 10 ключиков. Выберите награду, кликаем, также получим ключ 16-й. Модификатор текущей недели, воодушевляющий, мучительный, укрепленный. Да. Прекрасно, я доволен. Один топовый тринкет имеется. Хорошо, хорошо. Что ж, нужно сейчас заняться корти, потом пойдем в мифик плюсы, и будет еще облудка. А вечером, конечно же, будет мифик рейд на одного или двух боссов. А потом уже героик. Из героика тоже можно будет чуточку приодеться. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, хорошего лута вам в недельном хранилище. До скорого!